Здесь большая святыня находится. Написано «Кво вадис», «Куда идешь, Господи?». И поскольку апостол Петр встретил Христа на Апиевой дороге, то считается, что пока они стояли разговаривали, на камне отпечатались следы Христа. И вот эта вот великая святыня и является следами самого Христа. Выше тоже я вижу святыни, только, к сожалению, вот часть колонны, потом терновый венец, что ли, или гвоздь, потом рука, возможно, в этой металлической руке, как оправе, находится мощи какого-то святого, потом ковчег. Еще рука, две головы, одна и вторая, ниже еще голова, ковчег и голова.